Всем привет, дорогие друзья! Как у вас настроение? Мы рады вас приветствовать на открытии первого сибирского мультифорума. Это великолепный гиг-ивент. Надеюсь, вы этого очень долго ждали. Мультифорум – это не просто место для развлечений. Это то место, где вы можете послушать выдающихся людей. Людей, которые расскажут вам что-то новое. Может быть, вы хотите себя видеть в будущем как косплеера, и они могут вам помочь. Это то место, где вы можете отработать свои soft skills. Ребят, вот давайте проведем опрос. Я думаю, что не все пришли на мультифорум только ради шоу-программы. Вот давайте так, поднимите руку, кто пришел ради шоу-программы. Не все, не все. А может быть, кто-то пришел получить новые знания? Или, может быть, за новыми знакомствами кто-то пришел, может быть, единомышленников каких-то найти на будущее. А если человек пришел, ну, который совершенно не знает, что это, и впервые здесь, и ему просто интересно, что вообще здесь происходит. Вот есть новички? Больше, больше. На самом деле, я думал, будет намного меньше. Очень рад вас видеть здесь. Всех рад видеть. Смотрите, несмотря на то, что у каждого своя мотивация находиться здесь, давайте узнаем, с какой же целью создавался мультифорум. Сейчас об этом расскажет вам Юлия Лукьянова, главный организатор мультифорума. Поддержим бурными аплодисментами. Вот она идет. Прекрасная жизнь. Прекрасная. Решающие ваши вопросы. Кому уже понадобилась моя помощь? Поднимите ручки. Кто меня видел? Я бегаю здесь, стараюсь, помогаю. Вот, вас много. Что еще раз? Молодцы, да. Извиняюсь за задержку, правда. Это... Как сказать-то, в общем... Ну, то есть... технические шоколадки произошли. Не по нашей вине, по вине непосредственно. Компьютер, который не хотел подключаться к нашему замечательному экрану. Поднимите еще ручки, я плохо видела. Кто сюда пришел, чтобы кайфовать? Кто хочет кайфануть сегодня? Вот честно. А кто не хочет? Поднимите ручки, кто не хочет кайфовать? Нет таких? Отлично. Ну, собственно, расскажу, наверное, немножко о истории. Что это такое, зачем, почему именно я, почему именно вы здесь сегодня собрались, в учебной компании. Возможно, хотел будущих друзей, почему бы и нет. Собственно, рассказываю. Идея разродилась очень-очень у меня давно. Ну, как давно, может, где-то полтора года назад. Поскольку я посетила один фестиваль, и вау, а так можно, это же так круто, собирать людей вместе, которые разделяют мои интересы, которые интересы я разделяю. Собственно, я путешествовала по разным фестивалям, смотрела, как организовано, смотрела какие-то ошибки, которые могут быть. Ну, я думаю, это понятный момент, что ни один фестиваль не случается идеально. В любом случае, есть какие-то технические моменты, от которых мы не можем зависеть. Вот, я надеюсь, что это не сделает ваш день сегодня скучнее. У нас очень различная программа, мы очень стараемся, привезли спикеров, мы, блин, привезли Евгению Чащину из Питера. Вы можете это представить вообще? Вот. Да, и еще важный момент, наверняка вы этого не знаете, а может быть и знаете, ну, это такой небольшой повод для гордости, весь этот форум организовал один человек. Это я. Я думаю, это дорого стоит, и я понимаю, нам есть куда расти в любом случае, поэтому наслаждайтесь сегодняшним днем, и я думаю, у вас будет все прекрасно. Всем выступающим. Всем тем, кто печенгует сегодня свои проекты, всем жюри, всем участникам аллеи авторов, авторам, косплеерам, кавердейсерам, участникам вокального конкурса и так далее, я желаю сегодня насладиться программой, найти наконец-то новые себе классные знакомства для обсуждения ваших любимых историй, фанфиков и так далее, и продолжать быть такими же классными ребятами. Ребят, я с вами.